И снова здравствуйте, всем привет. Итак, теперь по вопросу еще раз. Вот есть такой у нас персонаж. Значит, отделение юбки – это как вариант добавления, значит, дополнительных костей, отделение верха, да, и перекрывка каким-нибудь ремнем там или каким-нибудь поясом. Вот этот шов, если перекрывать, то, в принципе, это работает. По прошлым роликам я это уже все дело показывал. Ну, давайте разберемся теперь вот. Женщина, монашка, полная. Как это дело можно еще, значит, у нас переделать, да? Так, удаляем сначала вот эту одежду, delete. Следом выбираем кости, заходим в edit mode, тройка на нампаде. Выбираем кости юбки, тоже delete, bone. Следом заходим в Object Mode, и значит что, вот нету у нее анимации. Так, давайте сначала файл импортируем сюда, файл, значит, FBX с анимацией. Вот, допустим, походка. Так, выберем Move, вытащим в бок нашу персонажу. И вот так вот делает, значит, видите, анимацию прописывает Mixamo. Mixamo, если честно, то по юбкам, по каким-то причиндалам, ну, не очень это все дело настраивает. Так что на него не надейтесь. Так, делаем N-панель. Находим Mixamo Add-on. Перерабатываем, значит, вид костей. Теперь выбираем нашу гражданку. И, значит, подключаем Ctrl-L. Limit. Как он называется? Ctrl-L. Limit Animation Date. Нажимаем. И, значит, тут у меня была, значит, с пятой позиции. Значит, поставим с первой. Так, вот эта гражданка нам теперь не понадобится. Будем работать с этой гражданкой. Выбираем. Вы видите, что без юбки женщина идет шикарно. Была бы у нее юбка по колено, ну, это тоже нормально смотрелось. Но минус в чем? Вы видите, что Mixamo прописал анимацию, широко поставил ей, значит, колени. Смотрим, единица на нампаде, вот, колени, и далеко отвел ноги. Если бы я прописывал анимацию сам, я бы эти ноги немножко, значит, бы свел бы вот так. И уже, значит, бы анимация с юбкой была бы чуть-чуть другая. Опять же, смотрите. Вот. Видите, как ставятся ноги. Вот. На полусогнутых. Если бы наша гражданка шла бы на поднятых ногах, то бы с юбкой тоже было более попроще. Понимаете, да? Наверное. Надеюсь, объясняю, да, как понятно. Вот такие варианты. За счет того, что посадка у нашей гражданки, видите, низко, угол юбки очень тут все надувает. Вот это колено, это все надувает. Значит, что мы делаем? Мы ставим на нулевой кадр английское А. Alt, G, Alt, R. Все. Видите, вот как все было сделано нормально. В принципе, что форма ног, она сближена. Но потом, значит, начинает Mixamo это дело все подтягивать к юбкам. И за счет широты, я так думаю, вот этих полигонов вокруг, она расширяет эту анимацию. Так, ну это сейчас будем ликвидировать. Так, прописываем И. И, значит, что нам понадобится? Нам понадобится платье. Файл, так, это, знаю, файл импорт. Находим платье в папке, которая находится в группе для скачивания. Это будет платье. Поднимаем, значит, наше платье до нашей гражданки. И видим, что тут это чуть-чуть, значит, у нас все торчит. Не вопрос. Здесь можно что сделать? Если вам персонаж, в принципе, это второй или третий файл, и есть у вас базовый, который для работы, то просто можно зайти
значит, скутмод. И выбрав тянучку, все это дело просто тупо увести, значит, в нашу вот эту гражданку. Так, тут можно еще x-симметрию выбрать, чтобы нормальненько так все это дело заводилось. Так, теперь, видите, руки нам нужно поправлять еще платье, но в принципе все скрылось. Заходим в Object Mode. Также вы можете, если чтобы не нарушить, значит, персонажа, использовать Shift Key. Это опять же по прошлым роликам я уже показывал, значит, как все это дело работает. Выбираем платье, заходим в Sculpt Mode, допустим, выбираем Shift Key, ставим базис, ставим первый до предела, ставим валу вот этот размер, ставим X симметрию. И теперь, когда мы будем поправлять какие-то детали, мы всегда сможем вернуться назад. Вот, отключив, удалив вот эти вот шипкеи, раз, и вы видите, что все возвращается назад. И так вы не испортите, значит, как сказать, ну, модель, да? Опять же, возвращаем, опять же, тут все дело подгоняем, опять же, тут поднадуем. Так, еще немножко тут поднадуем. Получается более-менее нормально. Так, пропишем это все дело. Заходим в Object Mode. Теперь что у нас? Вы видите, что анимация когда привязалась, то отвязался у нас, значит, риг ремня. Заходим в Pose Mode, прогоняем и увидим, что анимация ремня очень далеко. Вот так вот. Так, Ctrl-Z, выбираем, значит, риг, рут, кость, и подводим к нашему персонажу. Вот, персонаж все равно кость улетает. Значит, нам что нужно сделать? Прописать эту косточку. Ставим на первый кадр, ставим к нашему персонажу наш ремень, и прописываем А, И, все, прописка прошла, ремень теперь будет на персонаже. Так, возвращаемся на первый кадр и заходим в Object Mode. Выбираем наше платье, аж скрываем его пока, выбираем нашего персонажа, гражданку, и попробуем все это дело обыграть. Значит так, заходим в Edit Mode, выбираем рентген, и что мы делаем? Мы делаем английское C, и значит, так, X-симметрия стоит, не знаю, сейчас будет она работать, здесь нет. И удаляем кое-какие, значит, детали нашего персонажа, то бишь тело. Если бы я делал сам, значит, этот риг, то я бы отвел ноги ниже платья, и тогда, когда, значит, при связке ноги были бы ниже платья, они бы не связались, значит, весами с юбкой. И потом можно было бы их подтянуть просто кверху, и получается, значит, они бы не влияли на юбку. Так, вот это дело мы delete вертекс удалим, оставим нашу вот эту вот гражданку вот в таком виде. Вот так вот. Тут, наверное, многовато взял на груди, но не суть вопроса. Сейчас Alt H возвращаем наше платье. Нет, все нормально. Так, главное, чтобы руки тоже, ну как, чуть-чуть заходили в меш, чтобы не выделялись, да? И смотрите, если сейчас мы выберем вот такую штуку, выберем риг, зайдем в Edit Mode, выберем низ нашего рига, опустим его ниже, вот так вот, да? И вы видите, что тут у нас на базовой аж вот как все перекручено. Вот не самое хорошо, но вот так вот получается. Это мы так оставляем Object Mode. Выбираем наши теперь нашего вот этого персонажа. Так, можем его сейчас пока отвязать от нашего, значит, рига. Выберем, значит, что мы тут можем... А, тут еще площадку надо было двигать. Вроде бы я выбрал все это. Да? Так. Площадку. А, я площадку двинул. Подождите, тогда в Edit Mode. Находим косточку площадки. Вот она.
и оставляем ее на месте, то бишь вот здесь, под нашим персонажем. Object Mode, все, площадка на месте, ноги только опущены. Выбираем нашего персонажа, заходим в Edit Mode, ставим на рентген, выбираем только обувь и с помощью Move опустим, ну, до нашего рига. Надеюсь, я попал. Ладно, заходим в Object Mode. И теперь вот, значит, выбираем наше платье, выбираем нашего персонажа, выбираем наши кости и делаем Ctrl-P White Automatic Widget. Вы видите, юбка чуть-чуть потянула. Обувь, видно, не попала правильно на кости. Ну, не суть вопроса. Сейчас еще это дело заново переделаем. Заходим, значит, выбираем наши кости. Заходим в Pose Mode. И вот эти кости, значит, ног. Вот эти кости ног. Тройка на лампаде. Поднимаем кверху. Видите, что теперь двигается вся вот эта штука. Но мы заходим в Object Mode. Выбираем опять же нашего персонажа. Делаем Ctrl-P. White Automatic Widget. И ничего не меняется. Потому что нужно изначально все это дело делать и желательно свой рик. Ладно. Все это дело, если сейчас хватит нам вот этих возврата позиций, то мы это сможем вернуть назад. Так, возвращаем назад. Ctrl-Z. Все. Заходим в Object Mode и пробуем вязать, значит, нашу гражданку просто вот так, Ctrl-P, White Automatic Widget. Смотрим, какая у нее, так, пробел, анимация. Вот. Согласитесь, юбка более-менее хорошо. Но у нас, видите, ну, ремень, не обращайте пока на него внимания, это можно дело подправить. Но у нас все равно внутренние полигоны теперь вот этого, значит, верха, значит, у нас вылазят вперед. Вот тоже есть казус, да? Получается, самый оптимальный вариант — отделять юбку от верха всегда. Тогда получится и симуляция более-менее нормальной юбки, если делать ее. Потом у нас получится нормальный настрой, значит, верхней части, и не будет такого казуса. Вот. Ну а так, если делать свой риг и под свой риг все это дело привязывать, такого косяка у вас не будет. Это именно вылазит только с готовыми анимациями и с готовыми, значит, ригами. Если вы делаете свой риг, то тогда там уже настройка будет более другая. Так, если делать, допустим, вот есть у нас персонаж с костями. Ну, так, давайте вот еще раз покажу вам, как это все дело выглядит. Персонаж идет хорошо, все, ремень можно дописать, перепрописать. Юбка более-менее адекватно себя ведет, вы видите. Вот. Нормально. Так, еще раз давайте что попробуем. Выберем, значит, вот эту вот всю штуку. Зайдем в Edit Mode. Выберем, значит, нашу вот эту. Оп, где-то, ну, чуть ниже пояса давайте юбку, да? Вот, по ремню. Вот так вот. И сделаем, значит, P Selection. Отсоединим. Object Mode. Выбираем наш, значит, верх. Удаляем ей анимацию. И выбираем низ. Удаляем ей анимацию. Теперь выбираем, значит, низ. И вяжем Ctrl-P White Automatic Widget. Видите, все сжалось. И верх выбираем Ctrl-P White Automatic Widget. Так. Все равно тут что-то вылазит.
Наверное, это реакция на обрезку тела слишком высоко. Надо именно по тазу, наверное, ее обрезать. Ну, как вариант. Сейчас посмотрим на готовые модели, которые я сделал. И, значит, видите, что сзади более-менее нормально все это дело выглядит, да? Где-то тут что-то есть, какие-то дергания. Это все могут исправить шипки. Вверх давайте еще попробуем единицы на паде. Так, значит, пробел поставим. Выберем вверх вот этой гражданки. Удалим ей анимацию. Привяжем через Shift Ctrl-P White Empty Group костям. Выберем нашу майку и зайдем Data Transfer. Выберем нашего персонажа. Так, выбираем Vertex Date, Vertex Group. Ну и пробуем Nearest Vertical вот это привязать. Apply. Так, смотрим, что у нас не так. Ну, вы видите, что вот низкая, так, вот эта штука слишком низко идет, вот происходит вдавливание, значит, потому что я уменьшил, вдавил тело нашего персонажа, в смысле удалил, и получается, это слишком много удалений произошло, и вот эта вмятина деваться никуда не будет, но вверх уже более-менее работал бы нормально, если бы остались вот эти части тела. Так, ну вот такой эксперимент. Но главное, что юбка работает адекватно. Вверх, да, здесь я переборщил, значит, с чем. Сейчас посмотрим на готовой модели. Это файл матушка 2. Вот так у меня выглядит матушка 2. Вы видите, что здесь где-то что-то вылазит, но это по прошлым роликам все устраняется. Я это дело кину ссылку в описании. Если для фильма, для, ну, для какой-то сценки, в принципе, неплохо идет гражданка. Но давайте посмотрим, как у нее там все устроено, как я первый раз обрезал. Так, первый раз я обрезал вот таким вот макаром. Если ей побольше оставить, значит, таза, возможно, даже в ZBrush просто сделать развертку без ног. Где-то там оставить какую-то тазовую кость, вот эту, ноги просто пообрезать. И обувь подставить ей отдельно. Вот как тут, да? Они отделены, ну, сделать их отдельно. То, в принципе, получается вот такой вариант более-менее оптимален. Потому что у нас есть верх, что у нас не проваливается, значит, верхняя часть. Здесь что-то можно поднастроить, да, а отсутствие ног более-менее позволяет, значит, нашему персонажу со шмотками нормально ходить. Да, есть казусы, вот эти казусы вылазят всегда, когда добавляется какой-то меш внизу. Я уже не один раз все это дело, значит, видел, наблюдал на своих ошибках. Вот, есть у нас тут юбка, есть у нас тут, если ее обрезать, допустим, и сделать без вот этого канта, кантиком, конечно, чуть получше, да, но вот что делает внутренний кант, он там растягивается, и в принципе, если его добавить отдельно, наверное, будет лучше, чем связывать, значит, два меша и склеивать. Но для какой-то сценки вот это уже получше будет. Без симуляции, без добавления костей. Думаю, такой вариант многим пригодится. Вот видите, что тут внутренние полигоны вылазят. Вот, есть казус, да. Но это попробую переделать, значит, и сделать вот это платье именно, как сказать, это платье я попробую сделать без вот этого канта нижнего. Ну вот самый оптимальный вариант, конечно, да, это вот разделять вверх и низ. Вот так будет лучше для анимации юбки и так далее.
Вот такая штука. Ну вот единственное, если без внутренних полигонов, да, без надутости, будет ли эта юбка адекватно работать вот в таком варианте? Это, если кому-то интересно, можно будет потестить. Ну, обычный, вот, если, значит, экстрактом с надуванием в зебре, да, потом в ЗРМ, то, в принципе, неплохо выглядит. Если снимать, значит, нашего персонажа вот в таком макаре, вот она идет, и не показывать, акцент не делать на ее, допустим, ноги, то можно снимать вот так вот там. Если она где-то идет по траве, то этого будет незаметно, допустим. Если там где-то сверху, ну сверху вообще там можно это тоже чем-то скрыть, сделать угол какого-то движения, допустим, вот такого там, вот такого, облет так быстрый и возврат, допустим, на крупный план. Потом она, когда останавливается, допустим, там с кем-то разговаривает, то здесь уже, в принципе, ноги ее показывать не надо. Единственное, если будет крупный план вдалеке, ну, вот такому вдалеке, то там, если будет вокруг трава какая-то, снег, там еще что-то, то это будет незаметно. Где-то может и броситься взглядом, но всегда это можно будет перекрыть, переделать. Ну, вот это самые проблемы, значит, вот с этими юбками, с платьями там. Поэтому много сейчас персонажей идут, значит, в шортах, в каких-то штанах, там, в чем, в коротких юбках. Вот с короткой юбкой такой проблемы не будет. Это проблема именно с длиной связанной юбки. Если сейчас удалить, о, кстати, давайте попробуем какой вид. Если мы сейчас удалим ей ноги, вот эти, зайдем в Edit Mode, рентген включим и удалим ей ноги вот эти к бабушке, то получается, когда мы перевяжем, значит, нашу юбку на нашего персонажа, Ctrl-P, White автом, так, Ctrl-Z, Ctrl-P, White Automatic Widget. Вот. Вот теперь мы получаем адекватную походку. Видите, что mesh обуви не тянет на себя, значит, полигоны. Но походка, она как бы не видно ног и уже как бы не очень интересна. Но если человек, она будет идти где-то по воде, по траве, в принципе, ноги будут не видны, и это можно будет использовать, ну, как бы вот в таком варианте, да? Идет и идет гражданка, ну, и нормально все идет. Дай бог ей так ходить. Все, видите, тут уже минимум натяжки какой-то. Здесь просто у меня еще настроены шибки, где-то я добавлял вот этот переход растяжения. Ну, в принципе, нормально. Все. Остальное, где она будет лежать, там, стрелять, можно не использовать, значит, вот эти вот такие привязки. Ну, сделать просто половина тела уже с юбкой, как бы вылепить, да, как будто она лежит. А использовать для стрельбы только до пояса вставлять риг. И она будет лежать, просто там двигаться как-то, но все будет там симпатюшненько, значит. Так, ну вот такая вот штука. Все, всем пока, до свидания.